Герой чемпионата мира по футболу в Бразилии, американец Клинт Демпси, благодарен футболу за свои отношения с Богом. Футболист Клинт Демпси 16 июня в матче США-Гана в Бразилии забил самый быстрый американский гол в истории мировых чемпионатов. Он сказал в интервью Sports Spectrum: «Моя любовь к спорту и навыки, которые я приобрел позже, сыграли важную роль в моих взаимоотношениях с Богом». Житель штата Техас Демпси вырос в католической семье. Его семья часто страдала от недостатка финансов, и юному футболисту даже однажды пришлось бросить футбольный клуб, чтобы дать возможность своей сестре Дженнифер играть в профессиональный теннис. «Я обнаружил, что вопросы к Богу и поиски ответов в Библии помогли мне вырасти и дали направление. Сейчас моя вера во Христа дает мне уверенность в будущем. Я знаю, что Он верен и наблюдает за мной в любое время, будь то времена успеха или неудач», – утверждает футболист. Демпси забивал голы в ворота соперников в чемпионатах мира 2006 и 2010 годов.